Сегодня в России отмечают День государственного флага страны. В честь этой даты в Ставрополе прошел праздник под названием «Проверь себя, сдай спортивные нормы». Все жители и гости краевого центра могли пройти комплекс испытаний, соответствующий нормам ГТО. Участие в сдаче спортивных нормативов приняли несколько сотен человек. Самому младшему из них было 6 лет, а самому пожилому – 80. Все, кто выполнил норму ГТО, получили от организаторов специальные спортивные значки. Праздник посетил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Он пожелал всем участникам удачи и отметил, как это важно для современного россиянина быть готовым к труду и обороне. Наш флаг, наш гимн, наш герб, нашу страну, нашу землю, наших детей всегда нужно было защищать. Готов к труду и обороне – это символ и готовность наша защищать. Как в трудовых буднях, так и в военное время.